друзья, вот здесь где-то будем прятаться от шторма. Циклон идет. Даже вон птичка полетела прятаться, видите? Мы идем вот в эту бухту. Сейчас прячемся и будем пару дней стоять. Птички низко над водой. Низенько летают. Значит, плохая погода будет. Жаль, что здесь крокодилы не летают. Было бы прикольно. Это Камчатка уже. Вот какие красивые горы. Ну, я пошел дальше продолжать. Мы идем куда-то туда. Скоро на якорь станем. Друзья, мы находимся в бухте святого, возможно, Гавриила. Представляете, вот он. Мы здесь прячемся. Но вы не обращайте внимания, это флагшток. Вот какая. Представляете, какой видон. Видон охрененный. Это вот бухта Гавриила. Вид, конечно, замечательный. Мне он очень понравился. Здесь тихая погода. Мы простоим несколько дней, прячась от циклона. Итак, тут тоже он рядом с нами прячется еще один пароходик. Всего. Ну, там, похоже, зимовье. Стоит какая-то яранга. Где-то рядом, наверное, Чукчи. Потому что бухта Святого Гавриила находится на Камчатке. Вот я пока не наблюдаю Чукчей. Скоро они, наверное, появятся. Они сейчас на охоте. Добывают оленей на пропитание.